Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Funny Games, и сегодня мы с вами будем продолжать играть в игрушку Earth to Die, или точнее, машинки против зомби, или зомби-машинки. Ну, в общем, ребятки, погнали. Так, ребятки, в прошлый раз мы заработали с вами 575 долларов, это означает, что мы с вами очень крутые. Так, и мы с вами, наверное, можем уже что-то купить. Так, давайте, наверное, купим новые колеса. Так, у нас осталось 300 баксов, мы, наверное, можем еще купить, ребятки, вот такую вот штуку, которая будет накалывать зомби, я так думаю. Так, ну что ж, ребяточки, погнали, посмотрим, на что наш, ребяточки, Рафик способен. Ого, посмотрите, как он становится. Брм-брм, а что он не едет-то? А, вот газ, во, все, погнали. Ого, ребята, посмотрите, какую я на бампер поставил колючку, которая тупо вот так вот их, короче, накалывает. И это просто, ребята, классно. Отлично, отлично. Просто супер. А бензин-то кончается у меня. У меня еще есть ускорение. Бабах! Ого, ребята, вы видели, я в бочку какую врезался. Вот это, конечно же, прикольно. Так, ну что ж, погнали дальше, ребятки. Пойдемте в гараж. Давайте купим что-то, наверное. Так, мы можем купить ускорение. Так, ну что ж, погнали. Теперь у нас ускорение намного больше. В следующий раз надо будет, ребятки, собирать на новый двигатель. Я думаю, он нам пригодится для того, чтобы пройти этот уровень. О, ребята, вот это взрыв. Ох, колесом на голову. Вы видели, как я ему наехал? Так, ну что ж, неплохо, ребятки. Мы с вами заработали 590 долларов, и в итоге у нас 620. Теперь мы можем купить, давайте купим, наверное, новые колеса, с помощью которых мы сможем дальше намного заезжать. В общем-то, погнали. О, сразу видно, что автомобиль, ребятки, умеет ездить на таких горных вот равнинах. Отлично. Просто супер. Вот это да, вот это круто. Ого, вы видели, какой взрыв, ребята. Это был реально крутой взрыв. Так, ну что ж, погнали дальше. Так, гараж у нас. Мы пока еще ничего не можем купить, да? Или можем купить оружие? Ну все, мы купили, ребяточки, автомат повесили на этот автомобиль. Ой, это я ускорение все потратил сразу. Ай-яй-яй, надо было немножко приберечь его для того, чтобы потом использовать нужный момент. Чё этот автомат не стреляет? Уже закончились патроны, наверное. Ну что ж, довольно неплохо, ребятки. Посмотрите, куда я в этот раз заехал. Намного дальше, чем в прошлый. О, отличненько, как раз успел наколоть последнего зомбика. Так, ребятки, ну что ж, нам предлагают обновить двигатель, что мы, собственно, с вами и сделаем сейчас. Так, ну что ж, погнали. О, машина стала, ребятки, ехать еще лучше. Вот это круто. Вау. Вот это да, ребята. Вот это классно. Баба. Отлично. Так, ребятки, в гараж переходим. У нас есть 700 долларов. Давайте, наверное, докупим на всю этих и вот этих. Так, ну почти на всю, так. Все, погнали. Ускорение и автомат. О, автомат, ребятки, стреляет. Отлично, ребятки. Приходим в гараж.
И давайте уже на максимум купим вот это. Так, у нас тут на максимум. Так, тут нам буквально не хватает немножко. Так, ребятки, осталось нам полностью для того, чтобы заделать этот автомобиль, это купить щипцы, которые будут съедать зомби впереди, и купить новую коробку передач. Ну что ж, осталось совсем буквально немножко, пару раз еще проехать, и у меня будут такие возможности. Я думаю, мы сможем пройти этот уровень. Или, если не сможем пройти на этой машине, будем собирать, ребятки, на другой автомобиль денежку. Так, а чё же я не использовал ускорение? Это дальше бы заехал бы намного. Ну, ничего. Так, ну что ж, отличненько открыли. Ребятки, еще один раз проедемся. О, посмотрите, какая штука. Съедать будет зомби, наверное. Так, ну что ж, давай. Довольно-таки неплохо. Газу, бензин еще есть у нас. Я думаю, ребятки, что с новой коробкой передач мы можем все-таки, я думаю, пройти на этой машине этот уровень. А может, и не сможем. Не знаю, не буду вам ничего обещать. Давайте купим новую коробку передач и, собственно, отправимся в путь. Так, следующая машина, ребятки, это оранжевый Мустанг. Он стоит $2500. Если мы не сможем пройти с вами сейчас уровень на этой, то, ну, на этой машине, на Рафике, то нужно будет, ребятки, покупать Мустанги. Уже на Мустанге тогда проходить эту замечательную игру. Так, ну что ж, ребятки, погнали. Если бы было бы больше, то было бы круто. Ну все, лампочка уже, в принципе, бензина моргает, и это означает, что мы уже попросту не доедем до финиша на этом автомобиле. Так, ребятки, давайте еще раз и как раз купим Мустанг. Будет у нас уже Мустанг, и, собственно, на Мустанге мы с вами уже, я думаю, сможем пройти этот тяжелый уровень. Давай, добейте хороших зомби. Вот это автомобиль. Отлично, ребята, посмотрите, сколько я зомби режу. Перерезаю зомби на раз-два. Так, ну что ж, неплохо, 1090 мы заработали с вами, и в итоге у нас $3322, и мы, ребятки, покупаем Мустанг. Отлично, мы Мустанг купили, у нас есть $822 для того, чтобы, ребяточки, наверное, давайте накупим себе бензина. Всего полбака бензина у нас есть, собственно, так что, ребятки, погнали на Мустанге в бой. О, вот это спортивный автомобиль, вот это именно то, что нужно. Спортивный автомобиль намного прикольнее, ребят, ездить, чем на том разу. Ой-ой-ой, упал. Выезжай из этой бездны. Не, нам надо ускорение покупать, мы не сможем без ускорения абсолютно, ребятчики, никак. Давайте, наверное, бензином. Позже купим ускоритель.
Так, ребятушки, отлично. 1999 мы заработали. Так, ой, 1099. Так, давайте купим, наверное, так, ускоритель 1500 тысячи стоит. Давайте, наверное, начнем с двигателя. Двигатель стоит 700, собственно. И давайте дозаправим наш автомобиль. Теперь погнали. Ого, неплохо, неплохо. С новым двигателем, ребятки, наш Ford Mustang едет намного круче. Вау, вот это да. Рекорд, собственно, Рафика мы побили, и это уже немало говорит, ребятки. Так, давайте купим, наверное, новую коробку передач. И у нас еще остается как раз галлон бензина купить. Ну все, отлично, поехали. Теперь, я думаю, ребятки, мы можем и доехать до финиша. Ну, точно еще не знаю. Давай газуй, чё ж ты не едешь-то? Газуй, 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 давай, малыш, я тебе верю. Ну тут я не проскочил, видите, не, немножко не прогадал. И уже потерял галлон бензина, наверное, пока я здесь медлю, уже бензин заканчивается. Видите? Надо ускоритель покупать, в любом случае тратить деньги на ускоритель. С этим двигателем мы еще можем доехать, но если бы у нас был ускоритель, мы бы это сделали бы в два раза быстрее. Или же новые колеса. Давайте начнем хоть с чего-то. Давайте новые колеса купим. И постепенно будем двигаться к нашей цели. Ну, с новыми колесами, я вам хочу сказать, тоже едет намного быстрее. Колеса много чего дают, ребят. Вот это взлет. Так, ребятки, бензин уже моргает. Но я не доезжаю. Видите, совсем немножко буквально. Я не доезжаю. Так, ну что ж, 1380 у нас есть, ребятки. И это означает, что мы уже можем, наверное, купить новое ускорение. Так, ну что ж, давайте, наверное, вот и начнем. А там посмотрим. Так, ну что ж, погнали. Давай, 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 газу, 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 газу. Так, нам надо еще, ребятки, наперед повесить какую-то штуку, которая будет делиться, распиливать зомби. Это нам даст, ребятки, больше преимущества. Что мы даже можем доехать до финиша. Я так думаю. Да, ребятки, отличненько. Мы прошли этот уровень и доехали до СТО. Отличненько. Теперь что, ребятки, у нас дальше будет следующий уровень. И это просто, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы проходим, как всегда, вы знаете, по уровню. С вами был, как всегда, Юр, ребятки. Вы были на канале Funny Games. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, ребятки. Сегодня мы играли в зомби-машины. Пока-пока.